Пираты у берегов Нигерии и Бенина атаковали судно, на борту которого находились 20 россиян. Известно, что в нападении участвовали около 8 человек, вооруженные автоматами и мачете. Похищены 6 членов команды: капитан, его старший помощник, третий помощник, боцман, сварщик и повар. Остальной экипаж не пострадал. Грабители также захватили часть груза. Само судно, сухогруз MSC «Мэнди», ходило под панамским флагом. Сейчас российские консульские отделы в Нигерии и Бенине пытаются разрешить эту проблему. Как нам сообщили в главном штабе военно-морских сил Бенина, в ночь с 1 на 2 января на судно MSC «Мэнди», находившееся недалеко от территориальных вод Бенина, было совершено пиратское нападение. В момент нападения на борту находилось 26 человек, из которых двое граждане Грузии, 4 граждане Украины и 20 человек граждане России. Нападавшие захватили 6 человек и скрылись. Гражданство захваченных неизвестно. Само судно отошло в территориальные воды Нигерии. В настоящее время находится в 15 милях от Ладиса. Посольство России в Бенине продолжает взаимодействие с бенинскими органами власти по вопросам, связанным с совершенным местом нападения и судьбой граждан, находящихся на борту.